Сегодня, 5 июня, отмечается День образования российской полиции. В этом году правоохранительному органу исполняется 305 лет. Свой праздник ульяновские полицейские встретили на рабочем посту. В экспертно-криминалистическом отделе при ОВД региона побывала Елена Гончарова. Они – стражи истины и знатоки достоверности. Экспертно-криминалистический центр – сердце полиции. Снимайте или что? Снимайте. Это унифицированный криминалистический чемодан, предназначенный для проведения осмотра места происшествия. Микротекст, защитные нити, водяные знаки. Здесь ведут экспертизу купюр с помощью микроскопа и прочих приборов. Но опытные спецы отличить подлинник от фальшивки могут касанием рук. Первое – это вообще определенный хруст натуральных денег и вот этих вот бумажек. Ну, в основном сейчас подделывают 5000-ные купюры, потому что чем больше номинал, тем выгоднее для них. А здесь на ощупь не справится. Две гильзы. Одна от патрона в ружье, вторая с места преступления. Эксперт должен дать свой вердикт. Общий ли ствол? В окуляре уже смотрим, наблюдаем, какие там следы. Сравниваем их между собой. Здесь каждое оружие, в общем, оставляет свои характерные для него следы, микрорельеф. В лаборатории все улики расщепляют почти на атомы. Конан Дойлу с его Шерлоком Холмсом такое не снилось. Преступника можно выявить даже по перхоти. Метод ДНК-анализа берет в разработку любые следы жизнедеятельности. Такие следы, как следы пота, крови, слюны, спермы, иногда волос. Также позволяет установить генетический профиль неопознанных трупов, в том числе скелетированных трупов старых. Так кто же они, эксперты полиции? Почти волшебники и однозначно профессионалы. Те, кому интересно все знать и важно уметь. Глаза и пальцы слепой Фемиды. С живыми сердцами и простыми мечтами. В этот праздничный день хотел пожелать своим коллегам самое главное – это крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех делах, во всех начинаниях. Отмечать нам некогда, будем на рабочем месте. Возможно, вечером поздравят родные узким семейным кругом. Хотя для этих людей в погонах полиция как одна большая семья. Елена Гончарова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.